Удачным такое начало вряд ли можно назвать. В правительстве обсудили сложности реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. В перечень вошли более 9 тысяч домов. Менее 1000 из них способом формирования фонда капитального ремонта выбрали специальный счет. Остальные собственники перечисляют взносы на счет регионального оператора. Текст договора региональным операторам размещен на сайте регионального оператора и в средствах массовой информации. Дополнительно текст договора размещен на оборотной стороне квитанции за март месяц. Подписание и направление в адрес регионального оператора проекта договора не требуется. В соответствии с действующим законодательством оплата собственникам помещения в многоквартирном доме взноса на капитальный ремонт на счет регионального оператора считается его заключением. Вопросы по капремонту в адрес уполномоченного по правам человека в последнее время поступают регулярно. Например, почему квитанция приходит ивановцам, чьи квартиры находятся в муниципальной собственности? Чиновники конфуз объясняют несовершенством имеющейся базы. Если такие случаи есть, то необходимо направлять уже копии договора социального найма в адрес регионального оператора, копию в департамент ЖКХ для внесения соответствующих изменений. И мы такие квитанции, конечно, будем исключать. Другой вопрос, почему квитанции приносят жильцам аварийных домов. Многие из них давно пора сносить, а не ремонтировать. Тонкость в следующем. Даже если изношенность дома составляет более 60%, но официально межведомственной комиссией он аварийным не признан, то его обитатели должны оплачивать соответствующие квитанции. В 2015 году запланирован ремонт 10 таких домов. Если их признают аварийными, то расселение жильцов ляжет на плечи муниципалитета. Вопрос может оказаться очень болезненным. Наихудший вариант, который будет, да, что они не по программе капитального ремонта они будут ремонтироваться, и денег мы не найдем на их ремонт, и получится, что самые-то плохие дома окажутся вообще без финансирования на эти цели. В 2015 году благодаря программе в регионе отремонтируют 586 домов. По приблизительным подсчетам на это потребуется около 1 миллиарда рублей. И тут новая проблема. Удастся ли собрать эти средства и не провалить программу в первый же год? Собрали, ну, по данным регионального оператора, 30 миллионов. Мы должны понимать соотношение этих сумм. И нам мне бы очень не хотелось, чтобы мы первый год нашей программы начали с грандиозного провала ее реализации. Поэтому вопросы оплаты, переводов и прочих дел – это наши общие вопросы без всяких сомнений. За два месяца собрали около 3% от необходимой суммы. За январь и февраль исправно заплатили только 20% жителей региона. Разъяснительная работа с населением продолжается. Как быть с неплательщиками – вопрос пока открытый. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.